Кременчук. Сегодня мы с моей супер-одноклассницей Танюхой, заметьте, сегодня мой оператор не Кирчик Сереж. Сегодня я взяла свою Танюшу, а она достойна того, чтобы стоять здесь в кадре. Потому что там просто такая красавица, вы сейчас просто... Можно это упустить? Можно дубль 3? Кто-то упустил, кто-то не упустил, это ж такие дела. Короче, у нас хорошее праздничное настроение. Мы находимся на самой главной елке нашего города. Людям весело, люди катаются. У нас будто бы центр любого, я не знаю, просто нереально. Все катаются на улице, как это? Мне показать? Шо-шо? Ты хочешь уйти? Мне показать этот Львов. В общем, будем сейчас спрашивать наших людей, чего же они ждут от Нового года. И будет ли у них в этом году счастье? Я думаю, будет, а вы? Идем проверим. Боятся разговаривать. Таня, выбери жертву, я к ней подойду. Давай, выбирай. Выбери жертву. Не надо, сейчас не надо. Почему? Вот это? У того коченя. Таня, здесь цензура была. А, вы остановились, это мы с вами пробежали. Скажите, чего вы ожидаете от этого Нового года? Счастья. Счастья? Пожелайте нашим детям чужам. Чужане, счастья вам. Приходите на Нового года, у нас всегда весело. Мы тут будем катать, веселить вас. Кроченца с ними это подозрительное лицо. Таня, не умеешь ты людей выбирать. Не умеешь. Скажи, как громко. С Новым годом! С Новым годом! Да, ну вот камера, пожалуйста, что-то было, что на ваше мнение должно произойти в следующем году. Да, камера, ну как часть? Да, ваше будет как часть. Что пожелаете нашим фильм-интересам? Благополучие, удачи, счастья, здоровья всем. Всем-всем-всем здоровья. Ну и, конечно, все хорошо. Я надежда на лучшее. Любви! Любви, естественно! Любви, чтобы больше молодец. Людей женилось, ходилось, рожало деток. Да. Конечно. Все у вас будет хорошо. Давайте мне пять. Спасибо большое. Расскажи правду, почем там, суки, елки. Я поймала своего настоящего друга Тараса. Хочу, Тарас, ну просто скажи, с Новым годом скажи. Людям! Видео пойдет в интернет для того, чтобы... Я тоже буду интервью давать. Не надо. Ну дай нормальное интервью, я тоже буду давать интервью. С Новым годом. Что ты хочешь пожелать вообще кременчужанам, чтобы у них было шоу? Всего наилучшего. Всего наилучшего? Ну Полтава-то отстой, да? Не пофиг. Пофигу. Вы на... паркуетесь, да? А про елки? Подождешь, я спрошу. В общем, наш любезный водитель разрешил нам покататься в этой классной. В общем, это реально круто. Ребята, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хочу, чтобы в вашей жизни было побольше ярких моментов, чтобы были люди, которые вас любят, обожают, ценят. Чтобы можно было веселиться, как ребенок, от души. Вот так позволить себе прокатнуться. Прокатнуться в таком, да, пускай мы уже не дети. Да кто сказал? Я считаю, что в любом человеке внутри живет ребенок. Поэтому улыбайтесь почаще, будьте на позитиве, любите друг друга. С Новым годом, Кременчук! Привет! Скажите с Новым годом! В общем, это мой оператор, и она хочет вам пожелать что-то хорошее. Приветики, ребятки! Таня, пожелать? Да, что ты хочешь пожелать людям? Я хочу пожелать шаленого кохання в цьому гарному місці. Хочу побажати натхнення художникам Кременчука. Привіт, художній школі! Опять! Вот так вот гуляет Кременчук. Привет! Привет!
качечці, на качечці покатались. Я нажала секретную съемку. Я его вижу. Так а что реально случилось с твоими елками? В Полтаве нет лесного этого господарства в городе. Ага. А почему у нас елки? Почему они у нас? Ну, в лесном господарстве как должно быть, от 50 до 80. А так по городу 200-150. 200? Ну да, вот уж она остановка.